Итак, всем добрый день, дамы и господа. Забой от Андрюхи лично. Обшмаливаем соломой для хорошего запаха. То есть шкура распаренная, промытая горячей водой и сильно хорошо принимает сейчас на себя вот эту гарь дыма, запах дыма, дыма и соломы. Поэтому мы так делаем. Ничего, оно шкура не обгорает. Вот сейчас буквально там минута, оно сгорело все. Андрей потом начинает мыть. И начинается разделка. Это чисто для запаха делаем. Потом, когда заходишь в магазин, когда уже привезу в магазин, устоять невозможно. Запах свежего домашнего сала. Просто колоссальный стоит запах. Запах соломки. Thank you.
Ну, забирай.
дело нормы. Боря,